В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Получил выговор за срыв детского отдыха. Министр образования области Александр Измайлов наказан за срыв отдыха кировских школьников в Крыму. Такое распоряжение сегодня подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Кузнецов. Кировские дети уже в июне этого года должны были отправиться в оздоровительный лагерь имени Дубинина в Крыму. Заезд школьников планировался на 28 июня. Однако лагерь оказался к этому не готов. Он не прошел проверку Роспотребнадзора. Как заявили в кировском правительстве, Александр Измайлов не принял никаких мер по изменению ситуации. Он даже не распорядился перенести даты первой смены в лагере, что привело к срыву отдыха. В срочном порядке почти 60 детей отправили в Евпаторию в другое учреждение. Там дети пробудут до 12 июля. Когда начнется вторая смена в лагере Дубинина, пока не сообщается.